Сделать прививку от гриппа – простой и эффективный способ не впустить вирус в свой организм и в семью. Так считает брещанка Нина Гребенко. Женщина делает прививки ежегодно уже 5 лет. А как иначе? Ведь, как правило, в инфекционное отделение больниц самыми тяжелыми формами заболевания попадают непривитые пациенты. Совпадение ли? Вряд ли. Для поддержки иммунитета, чтобы не болеть, чтобы быть здоровой и в форме. Если человек хочет, желает привиться, он обращается в поликлинику по месту своего жительства. Без талончика подходит к участковой медсестре и говорит: «Я хочу привиться». Участковая медсестра заполняет специальный формуляр. Доктор осматривает непосредственно перед вакцинацией. Измеряется температура. И человек, если подходит в категорию граждан, которые подлежат прививкам, отправляется на бесплатной основе для прививок. Также у нас есть еще платные прививки. Нидерланды, Франция – это ваксигрипп, инфлювак. И если человек желает, он может на платной основе осуществлять вакцинацию. В Бресте в последние 9 лет грипп не разрастается до масштабов эпидемии. Все дело в количестве привитого населения. Как и в прошлые годы, в этом сезоне медики планируют привлечь к вакцинации не менее 40% населения. В настоящее время иммунизация уже затронула порядка 17 тысяч жителей Бреста и района. С 2010 года не регистрируется вот этих превышений пороговых уровней, то есть что называется в народе эпидемия. И кроме того, уже 8 лет не закрываются учреждения образования на карантины, так называемые, то есть не приостанавливается учебный процесс. После прививки должно пройти 3-4 недели. За этот период сформируется тот уровень антител в организме, который обеспечит защиту от гриппа в течение последующих 6-8 месяцев. Конечно, стопроцентной гарантии от вируса не даст ни одно лекарственное средство. В первую очередь прививка защитит от возможных осложнений. И если даже человек, так сказать, подхватит заболевание, оно будет протекать и в более легкой форме. Сделать прививку можно до 1 декабря. Прививочная кампания у нас как на сейчас против гриппа в самом разгаре на территории города Бреста, Брестского района, началась на 24 сентября, когда поступила вакцина, приобретенная за счет республиканского бюджета. Вот, на прошлой неделе поступила вакцина за счет местного бюджета с акцентом на вакцинацию учащихся учреждений образования, сотрудников учреждений образования. Получена платная вакцина Гриппол плюс Инфлювак. На следующей неделе Ваксигрипп, как бы ожидается поступление. То есть все вакцины, которые предлагаются населению, будут в полном комплекте. Уточнять стоимость вакцины для вакцинации за счет личных средств граждан в поликлиниках по месту жительства. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.